Вильне, девушек, в эстафетном беге 4 по 200 метров. Третье место и бронзовые награды с Олимпийской команды завоевала команда спортивной школы «Олимпийские надежды». 1:55 в составе команды Марта Ангельская, Лиза Шутова, Кристина Дионина, Кристина Бакланова. За второе место награждается команда Выборгской спортивной школы. Это 48,3 в составе команды Екатерина Гридаса, Мария Гарбузова, Илона Чапышева, Александра Яковлева. На высшую ступеньку не стал отчета поднимается команда, победившая в нашем соревновании спортивной школы Адмиралтейского района Армена. 1:47.4 в составе команды Вера Шарова, Полина Мудра, Ксения Голубятникова и Анастасия Калистина. Мы поздравляем спортсменов. Наши поздравления тренерам, которые участвуют в участии. Мы поздравляем руководителей команды. Желаем новым спортсменам успехов. Удачи вам, дорогие. Thank you.